Во время визита в культурно-оздоровительный центр «Премьера» шла речь о необходимости изменить подход к закупкам продуктов питания для учреждений детского отдыха. Ольга Голодец и Вениамин Кондратьев осмотрели корпуса детского центра, особое внимание уделив организации работы столовой. Губернатор отметил, что сегодня критерием при выборе поставщика продуктов питания в системе закупок является цена. По мнению главы региона, этот принцип необходимо пересмотреть. Я считаю, что на деньги, конечно, сегодня нельзя экономить. Вопрос только в том, что здесь должно быть, в первую очередь, и качество. А, к сожалению, если это государственная закупка, то, конечно, в основу ложится цена продукта. Вот здесь, если это возможно проработать, внести изменения в существующие нормативные акты, в том, чтобы в основе все-таки продуктов питания, которые приобретаются для детей, нашими сегодня учреждениями, которые оказывают... Любые услуги. Вот здесь в основе должна быть не только цена низкая, а качество, в первую очередь. Кроме того, вице-премьер и губернатор побывали во Всероссийском детском центре «Смена», где встретились с расширенным составом национальной сборной WorldSkills Russia, которая сейчас готовится к чемпионату Европы.